На сцене Национального драматического театра имени Басангова проходит третий международный театральный фестиваль спектаклей национальных театров для детей Кеда. В нем принимает участие Белорусский государственный академический театр юного зрителя, Хакасский театр драмы и этнической музыки Читиген, Театр юного зрителя Республики Башкортостан, Республиканский театр кукол Мариэл, Чувашский государственный театр юного зрителя имени Сеспеля. У маленьких зрителей Калмыкии есть возможность познакомиться с лучшими детскими постановками гостей фестиваля. Это спектакли «Царевна-лягушка», «Крошка-енот», «Похищение Джонни Дорсета», «Морозко» и другие. Фестиваль завершится 9 апреля большим концертом дружбы.